Меня зовут Алексей. Наверное, мне стоит сначала рассказать, почему я здесь, кто вообще я такой, почему я рассказываю про онлайн-банкинг. Я руководитель, основатель небольшого агентства, которое называется MarksWeb, которое узко специализируется на исследованиях, аудите и консалтинге в сфере электронных финансовых сервисов, но особенно в сфере финансовых сервисов и конкретно в сфере банковских сервисов. Мы работаем с 2010 года, и там, сейчас уже среди наших клиентов большинство российских банков из топ-50, наверное. У нас есть своя собственная линейка исследований, которые мы проводим ежегодно, когда мы оцениваем эффективность интернет-банков, мобильных банков, разных мобильных банковских приложений, банковских сайтов и так далее. И, ну, наверное, не будет сильным преувеличением, если скажу, что для банковского сообщества это уже результаты этих исследований стали неким стандартом. И, ну, мне, по крайней мере, известно, что в некоторых банках к оценкам, которые мы ставим разным банковским сервисам, уже привязываются там какие-то целевые показатели, бонусы менеджеров там, и так далее. Ну, то есть есть определенное признание со стороны банковского сообщества. Ну и, наверное, поэтому вот организаторы меня позвали рассказать про то, что сейчас происходит в российском онлайн-банкинге с точки зрения качества интерфейса. А, значит, почему онлайн-банкинг интересно обсуждать? В принципе, это такая сфера довольно закрытая. То есть, ну, наверняка все здесь присутствующие пользуются хотя бы одним интернет-банком, но при этом, чтобы посмотреть на картину в целом, то есть там, посмотреть много разных интернет-банков, обычный человек этого сделать не может. То есть вам, ну, как бы потребует понести очень большие издержки, там, пойти выпустить карты в 10 даже банках, это, в общем-то, довольно большой геморрой. И, соответственно, среди банковских сотрудников есть, в общем, такой же дефицит информации о том, что происходит вообще в целом на рынке. Мы вот как раз пытаемся этот дефицит каким-то образом устранить и ускорить распространение информации о каких-то хороших решениях, которые, в принципе, на рынке существуют. Немножко цифр о том, что такое интернет-банкинг сейчас в России. Там, мы по нашему собственному опросу, который мы проводили осенью прошлого года, намерили 23 миллиона человек, которые пользуются хотя бы одним интернет-банком. Это примерно две трети всей российской интернет-аудитории. Причем интересно, что вот на этом рынке есть один такой гигантский игрок, Сбербанк. Сбербанк онлайн пользуется примерно половина российской интернет-аудитории. И дальше вот есть такой длинный хвост интернет-банков с меньшей аудиторией. Там есть еще, наверное, вот Альфа-банк со своим Альфа-кликом, Телебанк, ВТБ-24. Есть интернет-банк Тинькова и Русского стандарта. Это вот интернет-банки, у которых аудитория пользователей, ну, скажем так, больше миллиона человек, ну, там, по разным оценкам, смотря что считать пользователем. А дальше вот есть такой длинный хвост сервисов, которые, ну, скажем так, могут показаться не очень значимыми для рынка, потому что их аудитория измеряется там сотнями, десятками тысяч человек, но при этом важно понимать, что для этих людей зачастую нет выбора. То есть если вы клиент какого-то банка, у вас есть там карточка, вы получаете на нее зарплату, то, ну, как минимум для всяких информационных задач вам, в общем-то, ничего не остается, кроме как пользоваться вот этим конкретным интернет-банком, который вам предлагается. То есть в целом есть вот такая вот особенность разброса аудитории, когда есть какой-то один крупный игрок, который, по сути, формирует определенные привычки пользователей, ожидания, вообще как бы то, как они понимают слово онлайн-банкинг. Есть еще несколько игроков, которые, скажем так, имеют существенно меньшую аудиторию, но при этом имеют определенные амбиции, в том числе с точки зрения качества интерфейсов, и, в общем-то, задают определенные тренды в интерфейсах интернет-банков. И дальше есть такой длинный хвост игроков, которым ничего не остается, кроме как догонять, по сути, как вот этих вот крупных игроков и тех, кто формирует тренды. Значит, какие есть характерные свойства онлайн-банкинга, если сравнивать их с другими интернет-сервисами? Ну, во-первых, есть такое свойство, как консервативность самих банков, которые, в общем-то, переносятся и на все продукты, сервисы, которые они делают. То есть люди, которые работают в банке, в среднем, я не говорю про все банки,
и про всех сотрудников банков, но в среднем это все-таки люди, которые работают в сильно бюрократизированной среде, и которая, в общем-то, угнетает все новые идеи, которые у них могут возникать, которые они могут хотеть как-то воплощать в реальность. Банковская среда очень сильно регулируется государством, соответственно, там у каждого, у каждой банковской инициативы всегда есть такой фильтр, насколько она вообще соответствует всяким требованиям Центробанка. Это очень сильно ограничивает, в принципе, возможности создания каких-то новых сервисов и продуктов. В-третьих, в случае с банками, например, в отличие от электронных кошельков, каких-то платежных систем, всегда речь идет о личных деньгах клиента, которые вот он там зарабатывает, какие-то основные его средства к существованию. Соответственно, клиенты сами по себе очень консервативно смотрят на то, что им предлагает банк, и, в общем-то, часто сами не готовы принимать и требовать от банка каких-то новаций в этой сфере. И четвертое, конечно, это как бы очень высокие требования к безопасности. То есть это вот как бы некое следствие из первых трех пунктов. Очень часто в интерфейсах много чего нельзя сделать просто потому, что ну, как бы это небезопасно. И я в свое время поработал в компании Яндекс.Деньги, не банковской компании, тем не менее финансовой, и я помню, какой вообще ужас был общаться с службой безопасности по всем новым каким-то сервисам и продуктам. Я уж представляю, какой ужас это делать в банках. Значит, тем не менее, вот, несмотря на вот эти все ограничения и все проблемы, которые могут быть на пути создания каких-то новых хороших интерфейсов, можно говорить о том, что за последние три года интернет-банкинг в России, в общем-то, пережил настоящий бум, и количественный, и качественный. То есть там, только за последний год количество пользователей интернет-банкинга выросло в полтора раза. То есть это существенно более быстрый рост, чем, например, просто рост интернета в России. А с другой стороны, внутри банков очень сильно были пересмотрены подходы, в принципе, к развитию интернет-сервисов и их значимости для банковского бизнеса. То есть в банках стали появляться отдельные выделенные команды, которые занимаются только онлайном. У этих людей стали появляться, ну, скажем так, полномочия нагибать всех остальных там, в части, скажем так, каких-то новых решений, которые могут быть полезны пользователям, но, например, там, ломают какую-то внутреннюю юридическую или там, финансовую логику банка. Вот. Таким образом, можно говорить о том, что сейчас мы находимся в некой точке, когда вот, там, обычно принято сравнивать российские сервисы с западными, да, и говорить, вот там есть Запад или Восток, например, ну, в любом случае зарубежные сервисы, которые можно копировать на российском рынке. Вот сейчас в интернет-банкинге ровно обратная ситуация, то есть мы уже ничего копировать на Западе фактически не можем. То есть качество интерфейсов, качество сервисов в России уже опережает средний уровень, который есть в Штатах, в Европе, ну и, в общем-то, наверное, в Азии тоже. Я покажу несколько примеров, каким были интернет-банки три года назад, какими они стали сейчас. Ну, вот есть Тинькофф в 2012 году. Главная страница интернет-банка, в общем-то, какой-то набор ссылок, иконок на какие-то операции. Ничего полезного главная страница пользователю не сообщала. Вот, собственно, каким образом выглядит интернет-банк Тинькова в этом году после двух перезапусков. То есть это уже третья версия 2012 года. Здесь уже появляется определенная такая логика дашборда, когда на главной странице выносятся все банковские продукты клиента, остатки по ним, выносятся последние операции, там выписка, выносится распределение расходов по категориям, выносятся избранные платежи, то есть те операции, которые клиент чаще всего совершает, становятся более доступными для него сразу с главного экрана. Альфа-банк в 2012 году. Ну, довольно унылый текстовый интерфейс, много однотипных таких синих ссылок. Каким образом он изменился за три года? То есть сильно поменялся интерфейс в плане выделения приоритетов. То есть тот же самый список счетов остался, но при этом они занимают центральное место, сразу видны остатки, появился список последних операций, то есть та информация, которая, опять же, чаще всего клиентам нужна. Появились какие-то дополнительные еще виджеты, которые отображают какую-то отдельную информацию, которая может быть полезна пользователю,
при входе в интернет-банк. Home Credit Bank, 2012 год. Опять же, главная страница, представляющая собой приветствие пользователя, в общем-то, несущая никакой смысловой нагрузки. Опять же, текстовый интерфейс, очень много текста и в меню, и в каких-то информационных блоках. А как он выглядит сейчас? То есть сильно пересмотрели логику, вообще визуальную, там появились какие-то картинки на фоне, которые меняются от времени года. Сама структура интерфейса стала такой виджетной. При этом сразу при входе пользователь видит свой основной банковский продукт. В данном случае карту он видит остаток, видит последние операции, видит список возможных операций, которые можно с этой картой сделать и так далее. То есть в целом сильное упрощение плюс, ну скажем так, визуальная привлекательность для пользователя. Банк Уралсиб, 2012 год. Опять же, очень много текста, мелкий текст, какие-то новости банка справа, ничего не понятно. В этом году, собственно, все уже иначе выглядит. На первом месте находятся банковские продукты, которые есть у клиента, карточки, вклады, счета. Фактически больше ничего на главной странице нет. То есть начало взаимодействия с интернет-банком предполагает, что клиент выбирает какой-то продукт и дальше уже идет в операции с этим продуктом. Тем не менее, то есть несмотря на такой вот прорыв в интерфейсе, который, в принципе, виден невооруженным взглядом, остается колоссальное количество проблем, которые существуют, ну, пожалуй, во всех интернет-банках, которые вот сейчас есть на рынке. Есть проблемы вида, когда в целом интерфейс очень хороший, но при этом где-то внутри какая-то отдельная операция сделана очень плохо. Ну, то есть, например, если вы клиент Сбербанка, вы, скорее всего, знаете, как выглядит выписка по вашей карте. То есть это вот такая вот страничка с какими-то цифрами и буквами, из которой вообще непонятно, куда ушли ваши деньги. То есть есть только сумма операций, какие-то номера корсчетов, ничего не понятно. То есть это вот прямо сейчас в интернет-банке Сбера выписка выглядит вот таким вот образом. Есть наоборот, когда, скажем так, отдельная операция сделана хорошо, но в целом интерфейс очень сильно устаревший. Например, у Промсвязьбанка интернет-банк для юрлиц и индивидуальных предпринимателей выглядит вот таким вот образом. Это такой Java Applet, который запускается через браузер. Тем не менее, ну вот он выглядит похожим на какие-то программы, которые вот студенты делают на Delphi там еще 10 лет назад. То есть визуально непривлекательно, очень сложно, опять же, очень много текста, очень перегружено, ничего не понятно. Каким образом можно, вот, скажем так, структурировать все типы ошибок, которые, в принципе, существуют в онлайн-банкинге, которые имеют значение для пользователей? Первая ошибка – то, что интерфейс формируется функциональностью, а не моделью пользования. Ну, то есть, условно говоря, интерфейс – это некий набор операций, которые может клиент совершить, и по сути, интерфейс превращается в некий каталог функций, который просто вот в худшем случае выглядит как список ссылок на какие-то отдельные операции. Вторая проблема, когда интерфейс говорит на банковском языке. Это, опять же, родовая травма банковских интерфейсов, которые, с одной стороны, используют банковскую терминологию, которая зачастую просто непонятно клиентам, а с другой стороны, используют, опять же, банковскую логику. То есть, например, если, ну, я там чуть попозже покажу несколько примеров, но тем не менее, когда на банковском уровне логика идеальна, но для пользователя она совершенно непонятна, соответственно, как бы интерфейс, который реализует эту логику, абсолютно неудобен для клиента. Третья проблема – интерфейс не учитывает приоритеты пользователей. То есть, опять же, как бы интернет-банк, как любой сервис, имеет определенную частотность использования тех или иных функций. Очень многие интернет-банки эту частотность не учитывают. То есть какие-то наиболее частые операции прячутся где-то очень глубоко внутри интерфейса, и наоборот, какие-то очень редкие операции выносятся зачем-то на главный экран. Четвертая проблема, которая, вот, кстати, недавно стала проявляться, интерфейс начинает слишком умничать. То есть создатели интерфейса разрабатывают его таким образом, что из предположения, что его можно сильно упростить, и это станет понятнее и удобнее для пользователя, оказывается ровно обратное. То есть упрощение ведет к тому, что пользователь не понимает, как этим пользоваться, потому что это для него непривычно. Ну и обычная ошибка, когда интерфейс
просто очень плохо сделан, когда он не продуман, когда, там, например, какая-то информация отображается не структурированно, слишком сложно, непонятно, опять же, описано. Примеры. Вот по первой ошибке, когда интерфейс формируется функциональностью, а не моделью пользования. Это вот интернет-банк банка «Зенит», раздел «Переводы». Здесь есть 6 ссылок, которые отвечают за перевод между собственными счетами и картами клиента. Есть там перевод с карты на счет, есть отдельная ссылка для перевода со счета на карту, отдельно с карты на карту, отдельно со счета на счет и так далее. То есть с точки зрения банковской логики все идеально. Как бы, там, это разные типы операций, и поэтому они реализованы какими-то отдельными формами, отдельными функциями. С точки зрения пользователя это очень сложно. То есть он здесь не понимает, на какую ссылку ему нажать, тем более они начинают конфликтовать с другими типами переводов. То есть, например, если поставить пользователю задачу сделать перевод на карту в другой банк, вот здесь он начнет теряться. То есть это перевод со счета на карту или это перевод на свободные реквизиты или еще что. То есть как бы сам по себе интерфейс и название ссылок слишком сложные для понимания, что вообще за ними скрывается. Следующий пример. Альфа-банк. История операций. Это вообще, опять же, одна из самых больших болей интернет-банкинга — выписки по картам. В Альфа-клике выписка существует в трех видах. Три разных интерфейса, достаточно далеко друг от друга разнесенных. Есть выписка по счету, есть выписка по карте, которая привязана к счету, есть еще история операций, которые совершались через интернет-банк. Это три разных списка, по сути. Они в каких-то местах пересекаются, то есть там одна и та же операция может попадать, например, и в выписку по счету, и в выписку по карте. Но при этом в каждом списке по каждой операции разный объем информации. То есть в выписке по карте это какой-то код операции платежной системы. В выписке по счету это внутренняя информация из АБС банка. В истории операций в интернет-банке это реквизит операции, который, собственно, вводил сам пользователь. В итоге получается ситуация, когда клиент, ну, если он не очень опытный и не пользуется этим уже несколько лет, не понимает, в какой конкретно, собственно, в выписке, какая конкретная информация, по какой конкретной операции он сможет найти. Ну и, соответственно, как бы все это очень неудобно становится, и зачастую клиент просто не может решить задачу там, поиска информации по выписке, потому что, зайдя в одну из выписок и не найдя там нужную информацию, он просто принимает решение, что это невозможно. То есть как бы этой информации в интернет-банке нет. Ну, собственно, вот выписка по счету, выписка по карте, история платежей в интернет-банке. Три разных списка в разных концах интерфейса. Следующая проблема. Суверенбанк, значит, это вот как раз пример того, когда банк разговаривает с пользователем на банковском языке. Значит, вот, если у клиента есть задача найти реквизиты карты, то есть вот, ну, там, обычная задача, у меня есть карта, я хочу, чтобы мне на нее перевели деньги, мне нужно узнать ее реквизиты. Значит, на главной странице есть ссылка на карту, вот там MasterCard стандарт. Если перейти по этой ссылке, пользователь оказывается, собственно, на странице самой карты, где никаких реквизитов нет. Ну и, в общем-то, на этом пользователь свою задачу завершает. То есть как бы он не может ничего найти, в интернет-банке задача не решается. На самом деле, с точки зрения банковской логики, у карты, в принципе, нет никаких реквизитов. Реквизиты есть у счета, который привязан к этой карте. Соответственно, если бы пользователь зашел по ссылке с названием счета, который, опять же, в интерфейсе Суверенбанка не очень понятным образом называется, тогда бы он, конечно, нашел там реквизиты. Но, опять же, понять, что вот эти реквизиты счета, они соответствуют реквизитам карты, это довольно непростая задача для среднего пользователя. Дальше. UniCredit Bank. Это вот проблема, иллюстрация проблемы неучета приоритетов пользователя. На главной странице, собственно, после входа в интернет-банк, клиент не может быстро узнать остатки по своим счетам и картам. То есть ему здесь предлагается, ну, практически половина экрана отводится на рекламу каких-то новых продуктов. И дальше, чтобы узнать остатки по счетам, картам ему нужно делать отдельный клик в соответствующий раздел, там «Счета» или «Карта». Там уже эти остатки отображаются. То есть при этом просмотр остатков по карте — это самое
частотная операция, с которой, в принципе, заходит в интернет-банк. То есть, ну, как бы интерфейс заставляет пользователя делать лишние шаги, заведомо, в общем-то, зная, что это лишний шаг. То есть, в общем-то, можно было эту информацию показывать сразу. Опять же, иллюстрация проблемы, когда интерфейс не учитывает приоритеты пользователя. Вот ВТБ-24, Телебанк. Если пользователь хочет оплатить мобильную связь, он заходит в раздел «Оплата услуг», где категории платежей отсортированы по алфавиту. Соответственно, сотовая связь, она где-то там оказывается в середине правой колонки. Опять же, учитывая то, что оплата сотовой связи – это наиболее частая платежная операция, которую клиенты совершают в интернет-банке. То есть пользователю приходится здесь еще в этом списке на глазами его пробегать в поисках нужной ссылки. Дальше, если он выбирает сотовую связь, опять же, список мобильных операторов сотовой связи аналогично отсортированы по алфавиту, причем сначала идут операторы, написанные латиницей, соответственно, большая тройка, Билайн, МТС, Мегафон, они опять же где-то там в конце, в середине находятся, то есть не сразу можно их там как-то локализовать. При том, что понятно, что большинство платежей идет именно в МТС, Билайн и в Мегафон. А проблема интерфейс, когда он слишком умный. Вот интернет-банк Уральского банка реконструкции и развития в разделе платежи и переводы, есть форма, которая называется «умный платеж». В общем-то, это одно поле, в которое, ну, скажем так, по замыслу создателей можно ввести любой реквизит вашего платежа. То есть если вы хотите перевести на карту, вы вводите там номер карты, хотите на счет, там номер счета, хотите МТС оплатить, там вводите номер телефона и так далее. В случае, когда новый пользователь сталкивается с этим интерфейсом, как бы он его просто полностью игнорирует. Как бы это абсолютно непонятное для него какое-то окошко, за которым непонятно, что скрывается. Соответственно, если у пользователя есть конкретная задача оплатить мобильную связь, он будет внутри интерфейса искать какие-то слова «мобильная связь», «оплатить» и так далее. Он, соответственно, как бы сразу пропускает эту форму, идет в какие-то другие разделы. Проблема вот конкретно случая Убрира в том, что, например, перевод в другой банк реализуется только через эту форму. То есть, чтобы сделать перевод, нужно либо ввести номер счета непосредственно в поле «Кому», либо вот нажать там на кнопочку «Заполнить платежное поручение вручную». Обычно эту кнопочку никто не видит, потому что все сразу начинают сомневаться, что это форма, которая соответствует задаче пользователя. Ну и, соответственно, как бы начинают искать нужную форму где-то в другом месте. То есть инициатива хорошая, каким-то образом упростить ввод реквизитов для пользователя, но в итоге она уходит впустую, потому что пользователь, не понимая, собственно, как с этим взаимодействовать, просто ищет какие-то альтернативы. Аналогично. Проблема, когда, скажем так, интерфейс слишком высокого мнения о своих пользователях. Тинькофф Банк, вот на главной странице есть блок с историей операций, ну, там 64 операции за последний месяц, там, где есть. Вот если у клиента есть задача сформировать выписку за какой-то произвольный период, соответственно, ему нужно найти какой-то интерфейс, в котором он может период выбрать. Никто не догадывается, что вот это вот слова «за последний месяц», которые синим выделены, это ссылка, которая, собственно, открывает некий диалог, в котором уже можно выбрать период. То есть большинство считает, что это просто заголовок, хотя, в общем-то, решение с точки зрения визуальной элегантное, но, опять же, непривычное для пользователя, соответственно, никто не может понять, что нужно вот на эту ссылку нажимать. Несколько примеров того, когда интерфейс просто сделан плохо. Вот интернет-банк, банк «Русский стандарт», недавно они запустили отдельный такой внутри интернет-банка сервис для анализа расходов. Вот выглядит он примерно так. То есть это вот то, что видит пользователь, зайдя в раздел «Доходы и расходы». Здесь непонятно вообще ничего. То есть ни та информация, которая отображается, что она означает, ни то вообще, как этим сервисом пользоваться, с чего начинать, куда заходить, там, что означают там, те или иные ссылки, какие-то… То есть непонятно вообще ничего. Аналогично есть проблемы, когда
скажем так, отдельный элемент интерфейса слишком сильно запрятанный, и, в общем-то, пользователь, не имея как бы опыта и не зная, где искать, никогда не смог бы найти какую-то информацию. Например, банк Санкт-Петербург, задача найти реквизиты счета. Опять же, ну, как бы обычная задача. У меня есть счет, я хочу узнать его реквизиты. По умолчанию никаких ссылок с названием реквизита нигде нет. То есть, дальше вот есть вариант такой. Вот можно навести курсор на один из счетов. Рядом с номером счета появляются какие-то маленькие иконки. И если вот навести на одну из них, появляется всплывающая подсказка реквизита. То есть, в принципе, мы когда тестируем интернет-банки, ни один респондент не может эту задачу решить. То есть, в принципе, как бы спрятана такая функция. Тем не менее, вот как бы, несмотря на все эти проблемы, можно все-таки говорить о том, что есть определенные решения, которые можно считать хорошими, ну или, скажем так, близкими к хорошим. Одно из них — это список операций, история операций, или там, выписка, если можно ее так назвать, в Тинькофф банке. Вот, несмотря на ту проблему с выбором периода, о которой я говорил, тем не менее в Тинькове устранена проблема, когда разного рода информация о совершенных операциях по карте, по счету объединена в одном интерфейсе. С одной стороны, то есть нет вот этих вот отдельных историй, как в Альфа-банке. Там и приходы на счет, и переводы с этого счета, и информация об операциях, когда клиент карточкой расплачивался где-то. Все в одном списке. При этом хорошее это решение еще и тем, что помимо, собственно, как бы обычной информации, которая содержится в операции, там, например, кому была оплачена там, сумма, дата, коллеги из Тинькова еще на, вот, на этот список наложили отдельный слой с информацией, как бы, которая здесь отображается в виде логотипов отдельных операций. То есть, например, если вы расплачиваетесь в Азбуке вкуса, то к операции в Азбуке вкуса потянется логотип соответствующий. Если вы делаете перевод, то появится иконка, которая будет иллюстрировать этот перевод. Если вы, опять же, там, расплачиваетесь в оплачиваете какую-то услугу типа мобильной связи в интернет-банке, например, по шаблону, то у вас отобразится и логотип МТС, там, за который вы оплатили, и название шаблона, который у вас заведен. То есть, в принципе, вся информация, которую банк может узнать об этой операции, в том числе, например, где она была совершена, потому что часто при оплате картой вы привязываетесь еще к какой-то конкретной точки на карте. То есть эта информация вся отображается здесь. Опять же, решение пока что не идеальное, там есть у него несколько проблем, но тем не менее это самое лучшее решение с выпиской по карте, которая сейчас есть на рынке. То есть, например, там можно выбрать отдельную операцию, там открывается контекстное меню с возможностями совершения каких-то действий с отдельными операциями. Или, например, можно раскрыть подробности отдельного платежа и отобразится, собственно, адрес, где этот платеж был совершен. Еще один хороший пример. Недавно запущенный, скажем так, обновленный сервис перевода с карты на карту в Альфа-клике. Чем он хороший? Ну, во-первых, здесь сразу внутри формы объединяется и история операций, и, собственно, сама форма перевода. То есть здесь учитывается тот факт, что большинство операций пользователям проводится повторно. То есть как бы не очень большая доля операций — это новые операции по каким-то новым реквизитам. То есть если вы совершали операцию раньше, то вы можете из этой формы очень быстро ее найти и повторить. Второе, вы здесь имеете определенную свободу, выбирая, откуда и куда вы сможете переводить деньги. То есть вы можете одновременно и пополнить свою карту в Альфа-банке с карты стороннего банка и, собственно, перевести со своей карты в Альфа-банке на карту стороннего банка, либо вообще перевести деньги между двумя произвольными картами. При этом, если вы используете карты Альфа-банка, их можно очень быстро выбрать, то есть наводя курсор на поле отправителя или получателя, у вас там выпадает список, в котором вы выбираете либо ту карту, которая у вас уже есть в Альфа-банке, либо ту карту, которую вы ранее использовали для перевода, там, с которой вы переводили или на которую переводили. Очень сильно ускоряет заполнение формы. Опять же, если вы выбрали эту карту, отображаются реквизиты этой карты, и вы понимаете, что это
правильная карта, то есть вы не ошиблись номером, как бы вы сразу видите, что это она. Дальше хорошее решение, которое здесь применяется, это, ну, скажем так, респонсивность формы, то есть когда вы вводите номер счета, по этому номеру счета форма автоматически определяет и платежную систему, и банк, который имитировал эту карту. То есть, например, вот если я ввожу в форме получатель номер, номер карты, после ввода полного номера он заменяет это поле на вот, ну, как бы такую красивую карту, в которой введен номер, и уже указано, что это MasterCard и что это Raiffeisenbank. Ну и дальше, соответственно, как при вводе суммы сразу же рассчитывается комиссия, пользователь видит, сколько стоит эта операция. Это, опять же, редкость для банков, которые, как правило, комиссии где-то там скрывают в тарифах и обычно пользователям не показывают. Теперь несколько слов о том, скажем так, вот если мы говорим про качество интерфейсов, удобство интерфейсов, насколько вот это вот свойство удобства интерфейсов влияет на какой-то реальный бизнес-показатели того или иного банка. Здесь я вот покажу несколько оценок, которые мы делали в ходе наших исследований. Вот здесь на диаграмме показаны оценки по результатам юзабилити тестов разных интернет-банков. Здесь вот по вертикальной шкале это оценка привлекательности дизайна. Это когда мы показываем клиентам банков картинки интерфейсов. То есть человек впервые видит какой-то интерфейс интернет-банка, раньше с ним никогда не сталкивался, еще не имеет никакого опыта взаимодействия, просто видит картинку и оценивает, насколько она ему визуально привлекательна. По горизонтальной шкале это оценка предпочтения пользователей. Это когда мы уже дали пользователю поработать с интернет-банком, пользователь решил там какую-то серию заданий, и после этого он говорит, готов ли он этот интернет-банк рекомендовать или не рекомендовать своим близким или друзьям. Соответственно, если как бы все респонденты рекомендуют этот интерфейс, вот он находится там где-то справа. Если все наоборот его не рекомендуют, он оказывается где-то там слева. Здесь вообще интересно, как бы это пока что оценка, которая не привязана к результатам, скажем так, насколько интернет-банк успешен. Но здесь уже есть несколько интересных моментов. Например, есть ситуации, когда, скажем так, интерфейс привлекательный, но в итоге оказывается очень неудобным. Например, у Брира как раз такой случай. Показывая картинки, глядя на картинки интерфейсов, пользователи считают, что это очень красиво, очень привлекательно, но работая с живым интерфейсом, в общем, понимаешь, что это очень неудобно, пользоваться этим невозможно. И наоборот, Тинькофф как раз респондент оценивает с точки зрения визуальной привлекательности очень низко, ну, относительно среднего уровня, но при этом уже как бы в процессе выполнения задач понимает, что это в среднем заметно более удобно, чем в других банках. Так, здесь оценки удовлетворенности существующих пользователей. То есть у нас мы опрашивали реальных существующих клиентов разных банков и спрашивали у них в том числе, насколько они удовлетворены там, тем или иным интернет-банком. Здесь есть, опять же, интересные уже наблюдения. То есть, например, если мы смотрели, вернемся немножко назад, тут есть слева внизу банк «Авангард», например, который новые пользователи, то есть те, которые с ним никогда раньше не взаимодействовали, оценивали очень низко и с точки зрения дизайна, и с точки зрения удобства. При этом существующие клиенты «Авангарда» оценивают его очень высоко. То есть «Авангарду» как раз удалось сделать такой интерфейс, который, скажем так, выглядит отвратительно, очень неудобный и устаревший, но при этом клиентская база «Авангарда» очень давно уже с ним, они к ним привыкли, они его любят и, в общем-то, считают, что он для них конкретно удобный. Аналогично здесь можно посмотреть на «Газпромбанк», он здесь на седьмом месте, то есть по оценкам, в общем-то, по оценкам удовлетворенности существующих клиентов примерно на уровне, например, того же Тинькова. Но при этом, если смотреть на его оценки среди новых пользователей, те, которые вообще впервые с ним сталкиваются, то есть они вот находятся там очень внизу, слева точнее.
То есть новички вообще не готовы воспринимать этот интернет-банк, считают его очень неудобным. То есть уже вот на уровне расслоения вот как бы новый пользователь и существующий пользователь возникает очень большая разница в восприятии, в мнениях, ну и, соответственно, как бы это приходится каким-то образом учитывать при разработке интерфейса. Значит, здесь как раз уже показываются некие бизнес-показатели интернет-банков. Здесь вот отдельный круг — это отдельный интернет-банк. Размер круга — это доля аудитории соответствующего интернет-банка относительно всей интернет-аудитории в России. Ну, то есть, например, там большой зеленый круг — это Сбербанк, им пользуется вот примерно половина интернет-пользователей в России. По горизонтали — это доля клиентов банка, которые, в принципе, пользуются интернетом и при этом пользуются интернет-банком. Ну, то есть, например, у Сбербанка там порядка 65% клиентов, у которых вообще, в принципе, есть доступ в интернет, пользуются Сбербанк онлайн. А, например, у банка Траст, который вот черная точка внизу слева, им пользуются там порядка 30% клиентов банка Траст, соответственно. По вертикали это доля пользователей интернет-банка, которые совершают платежи через интернет-банк, то есть как бы это некая условная мера активности существующих пользователей в интернет-банке. То есть, опять же, там, вот, например, у Сбербанка там порядка 85% существующих пользователей интернет-банка за месяц совершают хотя бы одну платежную операцию в интернет-банке. У того же Траст, который внизу, там порядка 30% пользователей интернет-банка в интернет-банке делают какой-то платеж за месяц. Вот здесь уже есть очень заметная корреляция и с оценками удовлетворенности существующих пользователей, и с оценками удобства, которые выставляют интернет-банку новички. То есть вот если посмотреть на те точки, которые находятся в левом нижнем углу, там это банк Траст, ОТП банк, Кредит Европа банк, Ренессанс кредит, Совком банк и Восточный экспресс банк. Вот, и опять же, если вернуться назад, то вот они практически все находятся вот в левой части этого графика. То есть там оценки удобства у них очень низкие. Аналогично у большинства из них оценки удовлетворенности существующих пользователей заметно ниже, чем в среднем по рынку. То есть опять же, Ренессанс кредит, Кредит Европа, Траст, вот они где-то там в конце списка. Вот. Тем не менее, как бы есть определенные исключения из этого правила. Опять же, есть Авангард и Ситибанк, которые для новичков очень неудобны, при этом их достаточно высоко оценивают существующие пользователи. И в конечном счете они являются достаточно активными. То есть вот, справа под Сбербанком два круга — это как раз Авангард и Сити, у которых очень большое проникновение пользователей интернет-банка среди вообще всех клиентов соответствующих банков, и при этом эти пользователи достаточно активны с точки зрения совершения платежных операций. Есть, например, Газпромбанк, который вот голубая точка слева вверху, которым пользуется очень маленькая доля клиентов Газпромбанка, но при этом те, кто пользуется, пользуются им активно. Вот, то есть это ситуация, когда, условно говоря, интерфейс оставляет в живых только вот каких-то очень лояльных пользователей, которые нечувствительны к качеству интерфейса, то есть их, в общем-то, устраивает надежность, безопасность и, в принципе, возможность на совершение каких-то операций, удобства их вообще не интересует. Они, соответственно, активно им пользуются, все остальные уходят из интернет-банка и начинают пользоваться чем-то иным. Значит, завершая, наверное, как бы свой рассказ, что можно сказать? В целом есть ощущение, что онлайн-банкинг будет расти еще года 3-4, и количественно, и качественно. То есть сейчас есть, несмотря на экономический и банковский кризис, заметно, что банки, в общем-то, продолжают инвестировать в дистанционные сервисы, потому что, ну, как бы, имея под этим определенные экономические основания, там, в частности, это сильно сокращает вообще расходы на обслуживание клиентов, это их привязывает к банку, и в целом, в общем-то, нет оснований считать, что, как бы, эти инвестиции будут сокращаться дальше.
При этом в банковской сфере есть определенный дефицит кадров и свежих решений, которые можно было бы внедрять в разных онлайн-сервисах. То есть есть определенная востребованность новых мозгов, голов в решении разных, собственно, задач, связанных с развитием онлайн-банкинга в частности. В общем-то, все это как бы очень похоже на то, что в целом это хороший такой момент, чтобы начать карьеру, направленную на то, чтобы вот заниматься каким-то финансовым сервисом, банковскими сервисами в онлайне. Собственно, каким образом начать? Как бы есть, ну, несколько простых способов. Способ первый – это просто придумать какие-то концепции новых продуктов. Банковское сообщество сейчас очень восприимчиво к тому, чтобы эти концепции рассматривать, анализировать, как-то их там копировать, что-то из них и так далее. То есть есть тут пример недавно опубликованного концепта, ну, какого-то платежного сервиса от студии Labs, который я вообще никогда не слышал раньше. Тем не менее, после их публикации, там буквально через час как бы эта ссылка на этот сервис разошлась по всем моим знакомым банкирам, и, в общем-то, коллег там даже звали на какой-то банковский форум прийти рассказать об этом сервисе, при том, что это просто дизайн-концепция. Второе, банки сейчас начинают устраивать так называемые хакатоны, мероприятия, на которые, в принципе, может попасть любой желающий. Это некий способ прийти и в какой-то очень сжатый промежуток времени придумать, предложить и реализовать прототип какого-то нового финансового сервиса. При этом банк и банковские специалисты помогают участникам в реализации их идей и в целом поддерживают эти идеи, готовы потом их реализовывать уже в боевом режиме. То есть вот один из таких хакатонов пройдет через неделю, точнее, как бы еще есть неделя на то, чтобы зарегистрироваться, подать заявку, и его организует Альфа-банк, соответственно. И третье, собственно, можно пойти работать к нам в MarksWeb. У нас сейчас есть вакансия аналитика. Это, в общем-то, роль человека, который исследует, анализирует, оценивает разные банковские онлайн-сервисы, формирует потом бизнес требования к ним, которые, собственно, потом реализуются банкирами и внедряются в жизнь. Плюс у нас через месяц начнется летняя стажировка, ну, это скорее как бы возможность для не очень опытных ребят начать работать в сфере онлайн-финансов. Ну, в общем, там хорошая возможность, опять же, поучиться и, в общем, попробовать свои силы. На этом, наверное, все. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Спасибо. Почему еще только 3-4 года? Там фигурировала цифра о том, что, ну, собственно, онлайн-сервис банков... Да, я отвечу на этот вопрос. Ну, знаете, на каждом рынке есть определенное насыщение, то есть, ну, наступает в какой-то момент оно. Оно, в общем-то, уже ощущается. То есть сейчас, например, из всех пользователей интернет-банкинга ну, почти половина пользователей использует два и больше интернет-банков. То есть как бы отдельный пользователь уже имеет возможность использовать разные интернет-банки, но при этом ему, ну, очевидно, не нужны там несколько интернет-банков, он просто выбирает между ними, выбирает какой-то наиболее удобный для себя. То есть в какой-то момент мы придем к тому, что создание какого-то нового интерфейса не приводит к тому, что к вам приходят новые пользователи. Ну и это просто будет бессмысленно, ну и, соответственно, никто этим заниматься не будет. То есть, ну, это вот как раз, я думаю, наступит через 3-4 года. Алексей, спасибо за доклад. Особенно очень понравилась аналитика, когда были срезы по новым пользователям, по текущим пользователям. Это очень, очень хорошо. Вопрос такой. Так, я не забыл ли я вопрос. В плане статистики, которую вы привели, сейчас я сформулирую. Такая неловкая пауза. Сейчас, вот да, хотел узнать.
ваши некоторые заключения по поводу там неудачных каких-то примеров использования интерфейсов, что плохо, что хорошо, в принципе, да, они логичны. И хотел узнать, они больше строятся как бы гипотетически, либо вы, ну, вряд ли какие-то счетчики, метрики навешивали, и вряд ли это опросы, то есть какие-то фокус-группы были, которые нужно было решить какую-то задачу, и ну, насколько они быстро справились. Потому что, опять же, допустим, если я прошу использователей, как вы правильно сказали, многие оценивают интернет-банк удобство с точки зрения дизайна, как красивая картинка. То есть не все думают в плане удобства интерфейса, что мог бы я сделать эту задачу там за один клик, а делаю за три, например. Вот. Как это оценивалось? Смотрите, есть несколько, скажем так, точек зрения, с которых мы пытаемся оценивать отдельные интерфейсы. Мы оцениваем с точки зрения существующих пользователей, то есть, условно говоря, мы вот опрашиваем порядка 3000 человек каждый год на предмет того, каким банком они пользуются, каким интернет-банком, как часто они им пользуются, там, какие операции они совершают, там, удовлетворены они или нет, и так далее. То есть это, в общем-то, уже дает некое понимание, ну, с точки зрения того, насколько этот интерфейс соответствует задачам пользователя или нет, ну, там, в сравнении разных интернет-банков. Мы проводим, опять же, каждый год серию юзабилити-тестов. Как бы это, ну, обычные тесты, когда мы приглашаем респондентов, сажаем их за компьютер, даем им... Они заходят в ваш интернет-банк, как бы? Мы их подбираем таким образом, чтобы они, во-первых, не работали с теми интернет-банками, которые им уже известны. То есть мы тестируем новичков, ну, в том смысле, что для них интерфейс является новым. Мы даем им серию типовых заданий, с которыми сталкивается большинство пользователей интернет-банков. Собственно, они их выполняют. Мы смотрим, как они их выполняют, с какими проблемами они сталкиваются. Собираем с них обратную связь, там, в том числе те же самые оценки удобства и предпочтительности интерфейсов там, до и после тестирования. Все это нам дает довольно большую аналитику и понимание того, что удобно, а что нет в тех или иных решениях. То есть дальше мы информацию от существующих пользователей, от новых пользователей накладываем на нашу собственную экспертную оценку, когда мы анализируем интерфейс и смотрим, окей, там вот есть, допустим, форма перевода, и она заполняется там с таким-то количеством действий. Там, или, например, есть каталог платежных операций, и для того, чтобы дойти до какой-то формы, нужно совершить там столько-то шагов, и при этом там эти шаги той или иной степени очевидности. Дальше мы вот эти экспертные оценки накладываем на пользовательские оценки, смотрим, насколько они взаимозависимы. Ну, из этого, собственно, можем делать вывод о том, что какие-то конкретные решения влияют на удобство в положительную сторону, какие-то не влияют. Спасибо. А с вашей точки зрения, какие вообще основные задачи у интернет-банков и какие из них, наверное, сейчас, не знаю, решаются в среднем плохо или, может быть, вообще не решаются? Ну, скажем так, какие задачи с точки зрения кого? С точки зрения пользователя, естественно, задача сэкономить время себе. То есть у меня есть какой-то вопрос, я хочу на него найти ответ максимально быстро и с минимумом затрат нервов. Тут можно дальше оценивать частотность этих задач или их критичность. То есть, с точки зрения частотности, естественно, это информационная задача узнать, сколько у меня денег, пришли ли мне деньги, или там, куда ушли деньги, если они ушли. С точки зрения платежей, это переводы между собственными счетами, оплата мобильной связи, каких-то коммунальных услуг. Это как бы самое основное, что сейчас решается в интернет-банкинге. С точки зрения частоты. Для банков, естественно, как бы есть задача продавать новые продукты через интернет-банк, то есть сокращать издержки для пользователя на принятие решений там, о выпуске новой карты, об открытии вклада. И поэтому сейчас, вот, наверное, за последний год основная масса изменений, которые, в принципе, в интернет-банках
происходит, это появление возможности что-то заказать или открыть через интернет-банк. Аналогично, ну вот я показывал статистику по долям клиентов разных банков, которые используют интернет-банк. То есть вот у банков, которые где-то в левой части, у них очень большая задача, как им своих собственных клиентов привлекать в интернет-банк. Потому что если человек не работает с интернет-банком, значит, он нагружает офисы банка, нагружает контакт-центр. Это все издержки для банка. Соответственно, как бы их задача каким-то образом завлекать клиентов в интернет-банк. С этой точки зрения, как бы, опять же, за последний год очень многие банки сделали онлайн-регистрацию в интернет-банк. Вы можете по номеру своей карты или там, по номеру своего договора вклада кредита зайти, собственно, на страницу интернет-банка и, в общем, получить доступ, не обращаясь в офис банка. Собственно, вот такие задачи. Но, в принципе, они как бы там с точки зрения клиента и пользователя пересекаются определенным образом. То есть и те, и другие хотят поменьше взаимодействовать друг с другом. То есть в конечном счете то есть такая социофобия какая-то, да, когда я не хочу банк видеть вообще. Да, и банк, в общем-то, меня тоже не особо хочет видеть в своем офисе. Ну, соответственно, вот они как бы делают такой вот загончик, где мы можем как-то взаимодействовать. Спасибо. Давайте с нами тогда закругляться. Да, спасибо большое. Спасибо.